Поклонники Димаша Кудайбергена заинтересованы не только творчеством певца. Им было бы интересно увидеть места, где родился и вырос талантливый исполнитель. В Актобе могут появиться туристические места, связанные с известным исполнителем Димашем Кудайбергеном. В ходе пресс-конференции у главы региона спросили, планируется ли организовать в Актобе туристические точки для фанатов певца. Вот что он ответил. Димаш – гордость всего Казахстана. Человек, который своим талантом прославил нашу страну, в том числе конкретно наш регион. Но тут вы должны понимать, что есть определенные коммерческие составляющие и организационные составляющие. По его словам, сейчас ведутся переговоры с представителями Димаша. И вот что он добавил. Хотели бы, чтобы в нашем городе, когда будут сняты санитарно-эпидемиологические ограничения, чтобы одним из привлекательных мест для туризма являлись места, связанные с Димашем. И в этом отношении мы 5 мест подобрали, в том числе его дом. Многое будет, конечно, зависеть от его желания и воли. Вместе с тем, Аким отметил, что несмотря на карантин, в Актобе уже в 3-й раз проводится детский музыкальный фестиваль «Бакетыбала», гостем которого является Димаш. Друзья мои, как вам эта новость? Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк. Всех обнял!